Дорогие друзья, каждый день я получаю десятки сообщений с просьбой о психологической помощи, с рассказом о каких-то ваших проблемах, переживаниях, там, состояниях и так далее. И, конечно, я не при всем желании не смог бы всем помочь. Вот, и поэтому я подумал, что мы можем с этим сделать для того, чтобы максимально помочь тем, кто мне доверяет, кому интересно то, чем я занимаюсь, и кто испытывает потребность в решении каких-то своих психологических проблем, как мы можем помочь в такой ситуации. И мы создали специально для этого курс «Шаг за шагом». Это такой а-ля, даже можно сказать, психотерапевтический курс. Это не лечение, но в рамках этого онлайн-курса вы действительно изучите и теорию того, как возникают все наши негативные душевные состояния, как у нас возникает чувство тревоги, почему панические атаки возникают, депрессии, раздражительность, вот, чувство апатии, такая, вегетативные какие-то дискомфорты там, и так далее. Вы узнаете про всю совокупность этих проблем, как они возникают, но самое главное это те приемы, психотерапевтические упражнения, которые вы будете делать во время курса при поддержке наших специалистов для того, чтобы оправиться, да, справиться с этими душевными состояниями и научиться предотвращать возникновение чувств там, стресса, тревоги, беспокойства там, и так далее. И этот курс будет полезен и для тех, кто считает, что ему пора, так сказать, справляться со всеми проблемами, и для тех, кто как бы смотрит стратегически и понимает, что самое важное в этой жизни – это качество ее, переживание, да, то, как вы себя ощущаете в жизни. И для того, чтобы это качество улучшалось, вы должны уметь управлять собой, своими чувствами, своими переживаниями. Вы должны уметь опираться на самих себя, на свою психику, для того, чтобы чувствовать себя людьми, которые эту жизнь вершат, а не кто находится, так сказать, под ее постоянным давлением и справляется со стрессами, когда, в общем, можно было бы их даже избежать, честно говоря. И вот для тех, кто так думает стратегически, это такой психопрофилактический курс, который позволит вам освоить те психотерапевтические техники, которые позволят чувствовать вам себя более счастливыми, уверенными и справляться даже вот с ситуативными какими-то проблемами, которые возникают, разумеется, у каждого из нас. Вот, поэтому я так, как бы сказать, вложился. Там есть истории, когда я встречаюсь с людьми, у которых разные психологические проблемы, мы это все обсуждаем, вот, чтобы вы тоже это могли примерить на себя, понять это, как это работает. То есть мы очень поработали над тем, чтобы этот курс был действительно практически полезным, понятным, доступным, интересным, увлекательным, красиво снятым, кстати. Вот. И по его прохождении вы почувствуете, что вы имеете возможность управлять собственным душевным состоянием, а это самое главное, потому что качество нашей жизни, подчеркиваю, зависит от того, насколько мы управляем нашим, сами управляем нашим душевным состоянием. Но для этого нужно иметь соответствующие знания, и их вы получите на курсе «Шаг за шагом». Поэтому, ну, простите, не смогу всех вылечить самостоятельно. Все, что могу, написать много книжек по разным психологическим проблемам, что я уже сделал. Вот. Но сейчас новое время. Книги, в общем, хороши, но требуются и новые форматы. Вот. Поэтому и в этом формате тоже я постарался сделать все от себя зависящее, чтобы у вас был инструмент для того, чтобы делать себя счастливыми. По чуть-чуть, но по-настоящему. Шаг за шагом. Записывайтесь на наш курс. Проходите его, и в нашей компании вы получите еще много всяких разных, кстати, конфет. Вот, например, я читаю для закрытой лекции для участников курса, где я рассказываю про разные душевные состояния, вот, объемно, подробно, про всякие страдания, терзания, обиды, ревность и так далее, и так далее. Все это будет полезно для каждого из вас. Приходите, шаг за шагом.